У нас, говорят, вот, кто старое помянет, тому, говорят, глаз вон. Вот эти я слова вообще вычеркнул из жизни. Они не котируются вообще. А вот сейчас объясню, почему они не котируются, эти слова. Потому что старое, оно не забывается никогда в жизни. Как бы ты ни хотел, оно не забудется. Оно из поколения в поколение передается, вот это старое все. Это как инстинкт какой-то передается. Ты хочешь, не хочешь. Вот ребенок, да, который не видел того, чего там было, он родился, оно вот это передается от отца его, там прабабушки, прадедушки. Вот этот ребенок может увидеть, что бабушка делала раньше, что вот дальше там прадед делал. Вот этот ребенок может... Только она все кадрами кажется, маленькими кадрами вот так все высвечивается. Раз-раз, секундами такими. Вот человек, когда спит, вот эти кадры все он видит. Он просыпается, человек, вот этими он кадрами, вот этот человек как передается, и он, человек, этими живет. Вот что надо правильно делать, что неправильно делать. Что там дедушке плохо было, а что-то там неплохо было. Вот это все это передается. Вот так что вот это... Кто старое помянет, тому глаз вон, оно, вообще эти слова выкинуть из жизни. Старое вспоминается и будет вспоминаться всегда. Вот так что. Кто хочет, верь, хоть не верь, но вот все информации мы получаем извне, а оттуда, со старого. А как ты снова можешь получить информацию? Мы же вот как вперед идем. Вперед ты ничего не увидишь, а вот сзади ты увидишь, вот сзади, вот так что, вот это. А вот если бы мы и не пили, и не курили бы, да, мы тогда уже, вот, не надо там компьютеры создавать, вы в компьютер все не запихнете. Вот мозг, да, запихнет, он несколько галактик может мозг запихнуть и знать, что в других галактиках были. Только мы свой мозг, вот. Отравляем чем? Химией, химикатами, куревом, этой водкой, всякой херней. Мы заклиниваем все это, и у нас не получаются эти кадры, которые человек должен видеть в прошлое, понимаете? А если человек не будет курить, не пить, жить природой, не уничтожать природу, он увидит те галактики, и не надо эти компьютеры выпускать. Компьютер, вот, наша башка, тыковка, все оно все вмещает. Она больше кадров вмещает. Вот секунда, я могу вам вот в этой секунде миллион кадров, понимаете, вот, вмещает человеческий ум. А компьютер по сравнению с нашим мозгами, он по сравнению ноль. Это... А вот так мы научимся, если жить, да? Вот так научимся жить. А мы что, вот, у нас цивилизация, все уничтожает. Кто там, он как может научиться? Когда ему дают экскаватор, бульдозер, там кран дают, там в школе учат его, всякими цифрами толкают. Да все, вот эта школа, она не нужна вообще. Природа дает знания, а не школа. Вот я вот уверен, природа больше знаний даст, вот чем эта школа, вот все взять школы, институты, оно ноль. А вот природа знаний человеку больше даст, да. И будем знать, где Вселенная и так далее, и тому подобное. Пока мы не научились этой, там, ну, управлять вот этими мозгами своими, мы только вот можем управлять, расстрелять человека, повесить человека, там, засудить его, так далее, сгнить его, так далее, тому подобное, охранять там. Вот это мы только можем пока вот. А это все приказы, это дерьмо все это происходит. А надо природное все иметь.